В рамках проекта «Здоровое будущее» одинцовские единороссы проверили ход капитального ремонта Акуловской амбулатории в Кубинке. Медучреждение рассчитано на 80 посещений в смену. Помимо приема врача-терапевта, педиатра, стоматолога и гинеколога, здесь будет организована работа прививочного и процедурного кабинетов. Объект был внесен в перечень наказов предвыборной кампании. Работы стартовали в середине марта и должны завершиться к сентябрю. По мнению партийцев, работы идут в хорошем темпе.